Включаемся в десятку, и мы включаемся в Творца. Вот Ибур – это что из этих двух? Ибур – это… Ибур – это наш вход в десятку в таком виде, что Творец соединяет нас. Он как клей, когда мы соединяемся. Это высший свет, который соединяет нас, но мы еще пока не чувствуем его в ясном виде. И он соединяет нас, и мы начинаем чувствовать первый внутренний контакт между нами в сердцах, в чем-то, что есть что-то общее. Эта общность называется кли, которая раскрывается первая на пути к окончательному исправлению.